В Пролетарском районе завершаются работы по благоустройству Мигаловской набережной. Глава Твери Алексей Огоньков в рамках очередной инспекционной поездки проконтролировал ход работ и отметил, что эту зону отдыха, с учетом мнения местных жителей, необходимо развивать и в дальнейшем. Такие инспекционные выезды на Мигаловскую набережную глава города проводит раз в две недели. Комиссия внимательно изучает все этапы работ по благоустройству. Подрядчик уже завершил устройство ливневой канализации и парковочных карманов. И у нас здесь такое широкое место. У нас не могут сюда машины заезжать. Вот. Ну, на борт. Ну, просто взял кто-то и поехал сюда. Мы здесь и здесь решили полусферы поставить. Все, правильно, молодцы. Кроме того, продолжается укладка газона, планировка территорий под тротуары, устройство водоотводных лотков и замена бортового камня вдоль проезжей части. Начался монтаж освещения и лестничных спусков. Положили брусчатку, укладываем газон и так дальше двигаемся. Осталось буквально там 25% работ. Думаем, что не думаем, а завершим срок. Напомним, благоустраивать Мигаловскую набережную в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в 2021 году по результатам рейтингового голосования решили более 27 тысяч жителей Твери. Завершить ремонтные работы на объекте планируется до конца августа. Также во время вот таких выездов проектного комитета администрации города внимательно инспектируются все соседние территории для того, чтобы с учетом мнения местных жителей спланировать план для дальнейшего благоустройства и продолжить формирование комфортного городского пространства в этой части Пролетарского района.